Узнали Притти Кэтти Куин. И сегодня... Это, конечно, хорошо, что ты рекламируешь свой канал. Мы сегодня снимаем на канал Грейсбук Спока. Вот это будет бэкстейшн. Всем привет, вы на канале. Ты же должен говорить. Ты же президент. Мы можем, знаешь как? Мы можем не говорить, на каком мы канале. А мы и так знаем, на каком мы канале. Вдруг кто-то не знает. Мы просто скажем: всем привет, мы сегодня расскажем лигурийскую скороговорку. Всем привет, мы сегодня... Ты же говоришь. Всем привет, мы сегодня расскажем лигурийскую скороговорку. Я говорю, потом он за мной повторяет. Будем учить с вами вместе и с папой. Всем привет. Мы сегодня с Катей расскажем лигурийскую скороговорку. Учите ее вместе с нами. А Катя... А папа, наверное, не сможет. Катя, я тебя это ножкой чуть-чуть вот так вот. Вот так, когда ты будешь говорить, хорошо? Ну, я думаю, заключительный дубль. Давай быстренько заканчиваем и все. Заканчивай, но попытка не пытка. Все. Видео закончилось. Это трэш. Все тихо, пока начинаем. Всем привет! Сегодня мы вас будем учить. Чему будем учить? Хорошим вещам. Лигурийской скороговорке. Катя сейчас расскажет, а Патя... А Патя будет учить слова. И буквы. Всем привет! Вы... Все. Всем привет! Сегодня Катя с папой будут вам рассказывать лигурийскую скороговорку. Начинает Катя, а папа потом подхватит. И поехали! Всем привет! Сегодня мы с вами... Всем привет! Сегодня мы для вас расскажем лигурийскую скороговорку. Начинает Катя. Просим! Ну, 33 корня лавировали. Еще раз. Давай, с хлопков. В четверг 4 числа с 4 четверти часа лигурийский регулировщик регулировал лигурий. Плечи, да все, что ты здесь? Я не знаю, какая-то дурацкая футболка. Это я вам баба Тоня подарила. Хотя она как бы хорошая. Ну, фирма как бы не. Это получается, вот что значит. Поняла, кто папину тут? Кто папину капусту ест? Катя, папину капусту ест. Вкусно тебе? Капуста вкуснее, чем шоколад, да, Катя? Ну и ладно. Всем пока.